Пиццу можно сделать на обед или к ужину, а также ею можно вкусно перекусить. Начинку сделайте из того, что лежит в холодильнике. Рассказываю вам, как приготовить очень быструю пиццу-молния. Тесто для такой пиццы стоит подготовить заранее. Вы можете на выходных сделать такой запас, а затем хранить его в холодильнике или купите готовое в магазине. Откройте холодильник и посмотрите, что в нем есть, из всего получится начинка. Нет соуса? Используйте кетчуп. А вместо мяса – колбасу или сосиски. Пицца готовится на чугунной сковороде под крышкой. Весь процесс займет не больше 15-20 минут. 1. Выложите заранее тесто из холодильника, чтобы оно нагрелось до комнатной температуры. 2. Очистите и нарежьте лук тонкими полукольцами, обжарьте его на сковороде в течение нескольких минут. Нарежьте кусочками варенку и обжарьте до появления корочки. 3. Раскатайте тесто в пласт по диаметру сковороды. 4. Поставьте на огонь тяжелую чугунную сковороду, налейте 1-2 столовые ложкивые ложки масла и разогрейте хорошенько. 4. Поставьте на огонь тяжелую чугунную сковороду, налейте 1-2 столовые ложкивые ложки масла и разогрейте хорошенько. 6. Переверните круг теста на другую сторону. 7. Смажьте тесто соусом, добавьте начинку из лука и колбасы. Затем добавьте натертый на крупной терке сыр. 8. Накройте сковороду крышкой и уменьшите огонь до среднего. 8. Накройте сковороду крышкой и уменьшите огонь до среднего. 10. Переложите пиццу на разделочную доску, посыпьте рубленой зеленью. 11. Нарежьте пиццу кусочками и подавайте к столу, пока она еще горячая.